Meie esimese osa teema on inimese ja maailma kuju või kujundi iseärasused laste loomingus. Так. И нас с вами будет интересовать два вопроса. Meid teiega huvitavad kaks küsimust. Во-первых, мы посмотрим, чем же детское творчество родственно другим явлениям художественной культуры, и в чём выражается это родство. Vaatame, et mis on laste kunstiloomingu nagu ühised jooned üldse kunstiloominguga üldiselt ja milles see ühisus nagu seisneb. Вот. А что это родство есть, доказывает то, что во многих странах мира сейчас открываются специальные галереи, музеи детского творчества. Aga et see ühisus on olemas, siis sellest räägib juba see, et väga paljudes maailma paikades on avatud juba laste loomingu galeriid. И как бы дети-творцы представлены уже в нашей культуре как те, кто привносит что-то ценное в нашу культуру наравне с художниками-профессионалами. Ja lapskunstnikud on juba tunnistatud nagu võrdseks täiskasvanutega, kes toovad nagu selles kunsti ellu midagi omapärast, midagi uut. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что ребенок не равен профессиональному художнику. Мы с тебя сами aru, et laps muidugi ei ole võrdne профессионалse kunstnikuga. Так. И таким образом, значит, детское творчество обладает некими чертами, особой детской художественностью. Seega siis laste kunstil on mingid oma jooned ja oma väljendus. Которые взрослые и воспитанные на определенных культурных образцах иногда не замечают. Mida teatud kunsti kaanonites kasvatatud täiskasvanud tihti ei märka. И значит, второй вопрос, на который мы постараемся с вами найти ответ, это в чем же она заключается, эта специфическая детская художественность. Teine küsimus ongi see, et milles see laste spetsiifiline kunstipärasus seisneb. Так что сейчас я вам предлагаю поработать в позиции экспертов. Нет, ма пакун теле экспертиде ролли прагу. Вы будете искусствоведами и немножко художественными критиками, которые будут относиться к тем произведениям художественного творчества, которым я представлю вам сейчас в дальнейшей своей презентации. Te olete nagu kunstiteadlased ja kunstikriitikud, kes hakkavad siis hindama seda, mida ma teile nüüd esitan. Итак, первая работа. Esimene töö. Вот эта работа должна подтвердить некий тезис, что дети уже в дошкольном возрасте, а вы видите, как написано Руслан. Угу. Буква Р повернута в другую сторону. Прямое доказательство, что ребенку сколько лет? 4, 5, 6. 6 лет, это верхняя граница, он еще не обучается в школе. See teispidi tähendab seda, et laps on veel eelkooliealine, kuni 6 aastat, et nad kirjutavad teispidi siis. 6-летний Руслан может уже создать полноценный художественный образ или нет, как по-вашему? Et kuidas te arvate, kas see 6-aastane Руслан võib juba täisväärtusliku kunsti? А в чем же вы видите проявление того, что это художественные коты? Aga millest te näete selles, et need kassid on kunstipärased? Разноцветные, это целая семья. Угу. Это тон эри, это центре перекон. Так, спасибо. Разноцветные, целая семья еще. Шерстка их видно. Так, шерстка. Как Астя на это карв. А о чем вам говорит эта шерстка? А милеся карв раки. Фактура, что он сам прикасался к коту. Что он сам прикасался к коту. А у кого-то может быть другое мнение? Рупала келегела мики тейна арбамус. Эти коты в спокойном состоянии или нет? Это как-то он рахулику сейзон, ты знаешь, косит, вы Косты, наверное, не очень спокойны. Наверное, не очень? А в чем вы считаете, что эти коты неспокойны? А мили ярки отсутствуют, это на теле? У всех выпущены хвосты, наверное. Хвосты, наверное? А вот эта фактура шерстки вам ничего не подсказывает? Это как се карва олек, и ряги милестки, куда се карва? Таким образом, это не абы какие коты, а эти коты в определенном эмоциональном состоянии, которое вам показывает художник. Скажите, пожалуйста, это изображение как-то гармонизировано, они вписаны в пространство листа? Kas on harmoniseeritud ruumis? Организовано пространство листа? Ну, скажите, пожалуйста, это хорошо организованное пространство? Kas on hästi organiseeritud ruum? Очень хорошо, да? Väga hästi. Так что ребенок справляется и с вот этой плоскостью листа, которая была без этих котов пустая, вот так вот он ее заполняет. Итак, спасибо вам за ваш критический разбор. Вы на самом деле
убедились, что Руслан, шестилетний, способен создавать полноценные художественные образы. Ну, давайте теперь двинемся дальше. А вот это что такое? Это у нас Аня, шестилетняя, рисует козу. Kuueaastane Аня on siis joonistanud kitse. Похоже, это коза на котов. Kas see on nende kasside sarnane? Kas ta meenutab kassi? Kaza в каком состоянии? Mis seisundis see kits on? Задумчивым, да? Вышущим. Нагу мытлик вы очи. Еще что вы можете сказать про эту козу? Да, вы бель тема кохта ольда. Чем она отличается от настоящей козы? Миле полеста эринеб тегеликус китсест. Это красивая коза. Kas see on ilusk? А скажите, пожалуйста, зачем же Аня так украсила эту козу? Aga miks Аня та niimoodi ära kaunistas? Чтоб красивше было. Так, значит, Аня что хотела сказать своим рисунком? Mitte Аня, что коза не просто существует в мире, но это прекрасная коза. Et mitte ainult ta ei ole olemas maailmas, vaid see on ka suurepärane kits. Она приумножает свою красоту и таким образом добавляет всему окружающему миру красоты. Это ума илюка лисап ка ümbritsevale maailmale ilu. И вот у нормально развивающегося ребенка в его творчестве прежде его посыл – это привнести в мир что-то прекрасное. Нормальный тареневый лапсе мир, чтобы он стал более совершенным и более красивым. Esimene ülesanne ongi tuua maailma midagi kaunist, et maailm saaks täiuslikumaks ja kaunimaks sellele. Нормальное стремление для художника. У взрослых художников бывает такое стремление? Kas täiskasvanud kunstnikel on selliseid püüdlusi? Вот у маленьких детей оно преобладает. Aga väikestel lastel on see peaasjalikult. Ну, коза вообще животное полезное или бесполезное? Kas kits on kasulik või kahjulik? Кому же оно домашнее, оно близко человеку? Kas ta on lähedal inimesele? Да? Так. Так что она удостаивает, это достойна того, чтобы ее украсть? Kas on väärt, et teda varastada? Ну, посмотрите, что делает ровесник Ани с динозавром. Он на годик постарше. Артём рисует динозавра. Это динозавр. Так. Чем этот рисунок схож с рисунком Ани? Mille poolest on Аня joonistusega sarnane? Он тоже украшен. Это он samuti kaunistatud. Скажите, пожалуйста, динозавры вообще красивые? Kas dinosaurused on üldiselt ilusad loomad? Они какое у нас чувство вызывают? Et millise tunde nad meis tekitavad? Да? И посмотрите, тут вообще какие-то камни вокруг него летят, и вообще обстановка такая не очень. Ja ümbritsev miljöö on üldiselt nagu rahutaja selline natukene ärev. Это динозавр с вот этими лещащими камнями, он ближе к чему? К хаосу или к космосу? Kas ta on lähemal kosmosele või kaosele? Kaosu, да? Конечно. Vakrug haos. Vakrug haos. Tema ümber on kaos. Динозавр. Если вы встречаете в динозавра, это что, вас порядок в мире добавляет или беспорядка? Et kui te kohtate dinosaurust, teie kohtumine dinosaurus, kas ta lisab maailmale korda või korrapäratust? Так вот, так украшает динозавра. Принося в мир вот такую красоту. Что делает Артём со страшным, ужасным динозавром и жутким камнепадом? Там какое-то землетрясение, что ли, на фоне происходит? Что он делает? Mida Артём teeb sellega, et sellise dinosauruse niimoodi ära kaunistas selles õudses kaoses, mille keskel see dinosaurus seal asub? Ну, что он делает? Он страшный переводит в разряд чего? Красивого. Это viib hirmsa kaunituse tasandile. Гармонизирует страшное и ужасное. Это harmoniseerib seda hirmsat ja õudset. И если мы обратимся к взрослому искусству, et kui me vaatame nüüd täiskasvanute kunsti, то в своей очень известной и ранней работе психологии искусства, et oma varases töös kunstipsihologia, психолог Выгодский давно в блестящем разборе рассказа Бунина «Легкое дыхание» показывает, как художник преодолевает красотой формы очень страшные, очень неприятные явления нашей окружающей жизни. И вот в этом блестящем разборе он это показывает на литературном материале. Но мы тут видим это на изобразительном материале, что то же самое делает семилетний ребенок, когда он
рисует вот такого динозавра. Значит, одна из главных задач, которые ставят перед собой маленькие художники, неосознанно, конечно, это стремление, которым они одарены от того, что они такие маленькие, и они в таком возрасте находятся. Это гармонизация окружающего мира при помощи, при внесении в мир красоты. Üks omadusi, mida laps toobki alati maailma oma loominguga, on see, et ta toob ümbritsevasse maailma alati ilu ja harmooniat, püüab tuua sinna. Так. Ну вот это стремление к гармонизации мира и привнесению в него красоты во взрослом искусстве тоже очень часто встречается у художников взрослых, признанных, с мировыми именами даже, которых относят к такому очень интересному направлению. Это нельзя назвать, потому что оно существует очень долгое время уже. Но вы, наверное, слышали о таком художниках-примитивах, или их называют сейчас более толерантно наивными художниками. Et täiskasvanute kunstis esineb täpselt seda sama tendentsi, nagu selle ilu ja harmoonia toomine maailma, on siis naivistidel, ehk primitivistidel, täiskasvanud kunstnikel. Вот перед вами картина очень известного художника Константина Панкова, который называется «Синее озеро». Mm-hmm. Панков родился и вырос среди малых народов Севера, одного из малых народов Севера, и вот так он изображает свои любимые места. Вы видите, что... Простите, я иногда перевожу им немножко. Панков он siis Сибири väikerahvaste juures sündinud ja kasvanud, ja siin selle oma maali peal ta siis nagu toobki esile, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, это красивый мир? Kas on ilus maailm? Это уютный для человека мир? Kas on maa hubane inimese jaoks, see maailm? Хотя это север, да? Ehkki see on põhi. Так. Вам бы хотелось жить в таком мире? Kas te tahaksite elada selles maailmas? И тут выступает еще одна черта, которая роднит тоже вот таких художников и детей. Это mm-hmm. очень подробное изображение самых разных мест. Вы видите, тут есть человек, который на лодке едет ловить рыбу, вот в верхнем озерочке, да? Вот, вот тут вот охотник охотится, а рядом с ним пасется олень, а там он уже пойманную рыбку в амбар несет удачный рыболов, чтобы так, и вот собака его встречает для того, чтобы как-то уже с этим уловом управиться, запасти его на будущее. Üks joon, mis nagu teeb sarnaseks selle lasteloomingule, on just see, et selline ülimalt detailide välja töötatus, mis on ka lastele väga omane. Все заняты своим местом, своим делом, все при своем месте, и посреди этого всего мира растет зеленое дерево. Kõik on oma asjadega ametis, seal igaüks teeb oma tööd ja selle maailma keskel kasvab siis roheline puu. А вот такое дерево вообще в искусстве фольклорном обычно что обозначает? Et mis see puu tähistab? Дерево жизни, да? See on elupuu. Посмотрите, как это дерево жизни отличается от деревьев, которые вот с этой стороны. Vaadake, kuidas ta erineb selle nendest teistest puudest, mis seal kõrval on. Время года какое? Mis aasta aeg see on? Судя по этим деревьям. See on nagu sügis. Осень. А древо жизни? Aga elupuu? Зеленое. On roheline. Теперь смотрите, пожалуйста, какую роль играют вот эти синие протоки, которые... Vaadake neid jõeharusid, neid sinised. Они разъединяют это пространство или объединяют? Kas nad ühendavad seda ruumi või lahutavad? Объединяют это пространство в единый мир, и вы видите, это единый мир с символом, свеченным древом жизни, вокруг которого идет вот эта мирная повседневная жизнь северян. И один из критиков назвал основное настроение и пафос этой картины как «Райская песнь о мире». Это он nimetatud seda pilti isegi maailma... Suure, парадиси лаул suurepärasest maailmast. То есть это опять гармоничный, хорошо устроенный мир, где всем хорошо. See on harmooniline, hästi sisse seatud maailm, milles on kõigil hea olla. И к тому же он еще очень красив. Ja pealegi on ta veel väga kaunis. Теперь посмотрим, как это отражается в детском творчестве. Kuidas nüüd lasteloomingusse peegeldub? Вы видите сходство с картиной мира, которая представлена на картине Константина Панкова?
Näete siin sarnasust maailmapildis, nagu selle Pankovi maaliga. Картина называется «Здравствуй, гости и зима». Это 9-летний уже автор. Это уже 9-летний автор, и пилди ними он «Тере, külaline, talv». Это хорошо устроенный мир. Kas on hästi sisse seatud maailm? Так. В чем же его хорошее устройство? Millest tema hea korraldus seisneb? Так, пожалуйста, критики. Дороги проложены, дома разные. Все заняты делом. Опять? Все заняты своим делом, никто никому не мешает. Тут находится место и автомобилю, который въезжает. Siin on kohtne autole, mis tuleb siia pildi sisse, nagu sõidab. И лошадки. Ja obusele. И человеку, который уходит. Ja inimene, kes läheb mööda seda silda, nagu minema. И в принципе продолжаться этот мир может, кто левый и вправо. Ja nii paremale kui vasakule võiks ta nagu jätkuda see maailm. Так, и посмотрите, пожалуйста, как тут устроены люди все. Vaadake, kuidas inimesed siin on nagu tehtud. Им всем хорошо? Kas neil on hea kõigil? Они интересными для себя делами заняты. Kas ta nad enda jaoks huvitavate asjadega ametis? И посмотрите, как равноценно тут колодец. Дом с избушкой. Вон там он ведерко стоит. Это значит, сама вертушлику там. Видит автомобиль. Видите? Се каев, собаки бегают, детки катаются на коньках. Кто-то идет lapsed. По своим делам. Церковка на горе. Кирик, мая отсас. Да. И ритмический лес. Ja selline rütmiline mets seal taga. И посмотрите, опять стоят вот эти вот деревья, которые... Ну, как канделябры некие. Вот она немножко тут поголубела у нас, а вообще она немножко розоватая, эта картина. Ja, nende keskel on need puud, mis on natuke... Немножко искажает проектор. Nagu laelühtrid seal. Она более теплая по цвету. Et nad tegelikult on natukene soojema värvitoonika, kui siin näha on. У Константина Подкова мы видели в каждом месте люди занимались своим делом. Панкове мы нагим, et inimesed tegelevad igas kohas oma asjadega. Тут мы видим домики окруженные. Siin me näeme maju, mis on taraga niimoodi ümbritsetud. И каждый домик как бы самооценен и тоже имеется, является определенным маленьким мирком. Это уютные мирки. Iga maja on ka nagu omaette maailm. Kas see on таком домике хорошо жить. Kas niisuguses majas on hea elada. Вот. И посмотрите, там объединяли вот эти вот частные кусочки райской жизни. Протоки. А здесь что их объединяет? А mis ühendab neid paradiisi elu tükikesi nagu omavahel? А тут такой же роль что играет? Дороги. Siin on teed ühendavad. Точно так же идут дороги, которые объединяют все эти разрозненные маленькие мирки в один общий, такой вот счастливый, радостный мир. И, конечно, над этим миром что сияет? Солнце, которое светит всем и дарит свое тепло и свою жизнь всему этому замечательному миру. Ну вот мы видим, что довольно неумелые дети, которые вот так вот удивительно обращаются с пространством. Мы видим, что очень оскоматут лапсед, которые niimoodi käivad ringi selle ruumiga. Тем не менее, создают картину настоящую, художественную, окружающего мира. Ja loovad siiski ümbritsevast maailmast tõelise kunstipärase pildi. И еще одна черта, которая роднит картину Панкова и вот эту картину Кати, ja veel üks это особая точка зрения, откуда смотрит художник на этот мир. Üks joon, mis teeb nad sarnaseks, on see, et see vaatepunkt, kus kunstnik nagu seda maailma vaatab, tema pilk. Откуда он бросает? Et kus ta heidab selle pilku? Сверху. Это он ülevalt, как бы взгляд с неба немножко. Натолько да? Nagu taevast heidetud pilk. Взгляд. И вот это очень характерная черта для творчества наивных художников. И он же, эту же точку зрения мы встречаем в очень большом количестве детских работ. Ja lastetöödes me kohtame ka seda sageli. У более маленьких детей она принимает некую парадоксальную форму, когда, скажем, они рисуют хоровод, они с этой высокой точки зрения видят его так, что все как бы лежат. Väiksematel lastel on näiteks, kui nad ringmängu kujutavad sellest ülemisest punktist, siis need, kõik need ringmängijad, nad nagu niimoodi lebavad maas, et nad see vaatepunkt on selline. Так, хорошо.
Но роднит с наивными художниками маленьких детей еще и те художественные приемы, которыми они действуют. Потому что так организовать пространство листа, вы сами понимаете, без особых художественных приемов невозможно. Sellist ruumi organiseerida ilma teatud kunstivõtetega on võimatu, sellepärast on ka siin üks selline sarnane joon. Откуда берут эти неученые дети эти приемы? Kus need õpetamata lapsed need võtted võtavad, see on minu jaoks mõistatus. Вот. Ну, скажем, когда наивные художники работают, может, они из традиции откуда-то их берут, и, может быть, они их сами выдумывают. Но там все-таки дело имеет взрослый художник, который сознательно эти приемы принимает. Наивисты тутают целые традиционные, то есть умотливают и себя, а как они уже на театрик вытают. Что маленький ребенок сознательно принимает эти приемы, я не уверена. Но, тем не менее, они у него будут те же самые. Вот перед вами картина очень известного наивного художника с мировым именем Ивана Генералича. Это художник, который на Балканах родился и вырос. Вырос в селе, где вот это наивное искусство изобразительное передается из поколения в поколение. Так что там просто традиция такая существует. Балканский кустник, если он не и называется эта картина «Свадьба оленей». Скажите, пожалуйста, вот по настроению, это какая картина? Это «Миста Мелеолу», «Сель Пильди Мелеолу» он. Что хочет передать художник? Мита кунстник тахаб эдаси анда. Акцент делает на животных, на деревьях. Какой-то пункт. Да, ритм есть. К сожалению, она тоже немножко затемнена. Вот те просветы голубые между деревьями, они в подлиннике гораздо ярче. И сами деревья более высветлены там. Но тем не менее. Праздник, таинственный праздник, безусловно. Салапаране, но праздник. И пюха. Мы сразу видим, что это праздник. Ведь он пюха. Чем же пользуется художник, чтобы нам передать вот эту таинственность и праздник? Это мис вахендите, когда она пытается это салапарасост я пюха. Они в белом, как положено на свадьбе. Так, а во-первых, они белые, да? Mm-hmm. Они не похожи на настоящие колени, они белые. Они идут на свадьбу. Mm-hmm. Чем еще подчеркивается, что они на свадьбу идут, кроме того, что они белые? Millega veel rõhutatakse, et nad lähevad pulma, just peale seda, et nad on valged. Они кричат или поют, и посмотрите, как ритмично они лаулават. Движутся. Четыре оленя идут друг с другом в одной и той же позе. Что еще перекликается по ритму с этими четырьмя фигурами и придает особую торжественность этой картине? Мис триимуб нагу ритмилисельт нэнде нелья пудрага. Четыре дерева, да? И посмотрите, это же осень опять. Яллеги он сюгисега тегемист. Время года совсем не веселое. Все травы уже отцвели, и они вот такие бурые, деревья голые. Но эти деревья грустные, печальные или торжественные? Ну, кратво и пидуликут будут. Торжественные. За счет чего эта торжественность передается? За счет того, что их ветви высветлены по отношению к самим фонам. Питулику сантакси эдаси нэнде вэлья вальгустетут окстега. Букеты. И внизу такие же букеты из отцветших трав. Да? Они тоже очень красивые, несмотря на то, что они бурые. Ой, очень они подтвердили. И наверху между этими четырьмя деревьями мы видим, несмотря на осень, четыре просвета. Ülemal me näeme neli valguslaiku nende puude vahel. Яркого синего неба. Вот тут они у нас не получились в проекторе, они затемнены. Они на самом деле гораздо синее и ярче. Таким образом, мы видим, что художник, несмотря на то, что он не обладает умениями изображать объемное трехмерное пространство, в декоративно-плоскостном варианте, решает свою художественную задачу полностью вот своими иными средствами, которые не приняты в профессиональной живописи у профессиональных художников. Мы видим, что художник, который не владеет этим, или не дает это трехмерному руму, кауду, все-таки имеет какие-то средства, кауду он это мелеолу дает. Так, теперь посмотрим деток. Вот 9-летняя Аня, это ровесница девочки, которая рисовала гостью из зиму.
рисует картину возвращения. Что-то есть в приемах, которыми пользуется Аня, от того, от приемов, которыми пользуется Иван Генералич знаменитый. Kas need generaalitsi töö siis selle vahel on mingeid ühisjooni? Так, что? Аналогичная поза, которая будет открытия. В том смысле, что они... Погромче, пожалуйста. Они похожи тем, что они тоже как... Как это там? Повторяются, что-то как-то... Как торжественность какая-то. Так. Это тоже что-то торжественное, да, не просто так. Питулик, вот. Как у селес леннус. Так. Ритмичные фигуры. Как это он ритмились от фигуры. Так. Напряжение в них есть? Там оленишь, помните, у нас шли и трубили. Как сел он мики пинге на этой линии. Эти очень неумело изображенные птицы. Тем не менее, что делают? Нет, väga uskumatult kujutatud linnud, mida nad sellele vaatamata teevad? Они тоже куда-то устремлены. Nad püüdlevad kuhugi poole. Сиртуват кухуки. А поскольку картине автор дал название «Возвращение», мы понимаем, куда они стремятся. А куна се он пильди ними он тагази пёрдамис, мы саме ару, куху над он пюдлеват. Куда они летят? На родину. На родину. После зимы долгой, да? И посмотрите, как они напряженно устремлены в одну сторону. И так же, как у Генералича, они идут из этой стороны картины. Сама ликомся сунда, нагу ситаль синапула. Скажите, пожалуйста, там нам помогали вот этому торжеству и напряжению еще и другие элементы картины. Здесь есть такие элементы, которые также подчеркивают и утверждают вот эту вот устремленность птиц домой, вот это стремление к тому, чтобы вернуться в свое счастливое место. Kas siin on veel mingid teisi elemente, mis annavad seda koju pöördumist, seda pinget ja... как бы ветер против. Они летят против ветра. Против ветра. Все дымки обращены в эту сторону, да? Дом и дымки обозначают, что вот они как бы возвращаются, вот этот символ родины, да? Дымок из родного дома. Но они летят дальше, это еще не их родина, да? А если не так вот? Они летят в свои места. Так, ну а что же происходит с этими дымками и домами? А mis nende sente suitsude ja majadega veel seal toimub? Они проносятся мимо них. Вильксата алмёта. Но помните, там у нас у Генералича повторялись деревья. Генералича или кордуси сал пуд. Ака mis siin kordub? Мотив дом-дым повторяется. Suitsu ja maja мотив. Сколько три птицы летят, и три раза повторяется этот же мотив. Теперь... Верхний ярус картины, обернемся. Тут что делает у нас Аня для того, чтобы передать и напряжение, и праздничность, и это вот особое состояние этих птиц. Mis Аня siin teeb, et seda erilist pidupäeva atmosfääri edasi anda? Там огромное красное солнце. Seal on tohutu suur punane päike. И вокруг него совершенно понятно облака крутятся. Это не безмятежный полет, но облака подсвечены чем? Aga mida, mis valgustab neid pilvi? Солнцем. А птицы подсвечены чем? Aga linde valgustab, mis asi? А дома и дымки подсвечены чем? Тем же самым солнцем, да? Selle sama päikese. Таким образом, вот этот вот полет птиц, их возвращение домой, хорошо кончится или плохо? Kas see lend lõpeb hästi, see koju pöördumisega? Конечно, кончится их торжественным возвращением домой. See need piduliku tagasi pöördumisega siis koju. Ну, вы видите, что можно провести очень такие глубокие параллели между творчеством наивных художников взрослых, которые ставят перед собой определенные задачи, и вот этими детьми, которые еще только-только выходят на границу младшего школьного возраста, и тем не менее своими очень простыми средствами, но средствами, которые присущи и настоящему искусству, пользуются они ими очень адекватно своей поставленной художественной задаче и задачу художественную, выразительную свою решают. Me näeme siin sellised sügavad paralleele, mis on siis naivistide ja nende laste loomingu vahel sellised nii kunstivahendites, jah,
Так. Теперь что же у нас происходит у маленьких детей, которые не умеют пока рисовать людей, это очень трудно, но тем не менее они их без конца рисуют. Mis toimub lastega, kes ei oska tegelikult inimest joonistada, see on väga raske, aga ometigi nad joonistavad neid. Каким же предстает образ человека в этом самом творчестве маленьких детей? Давайте посмотрим. Вот я тут поставила величание красавец как основную, так сказать, посыл авторский. Ну вот посмотрим, вы критически со мной согласитесь или нет. Вот начнем мы тоже с картины Нико Пиросмани. Это тоже известный грузинский наивный художник. И вот его образ актрисы Маргариты, который вот таким вот очень характерным для художников наивных способом он изображает. Так, что мы тут видим с вами? Она реалистически изображена или нет? Kas see naine on realistlikult kujutatud? Так. Так. Это объемное трехмерное изображение или плоскостное? Kas see on kolmemõõtmeline ruumiline kujutis? Так. Või? Так. О чем он говорит поза Маргариты? Millest meil see selle naise poos räägib? Она закрыта от мира или открыта ему? Kas ta on avatud maailmale või suletud tema eest? Открыта. И это подчеркивается Алату. Очень простой ее позой. Это всегда развернутые врозь. Пекад он на скинок и руки. Я кэд он сейчас на ку. Теперь скажите, пожалуйста, она сколько места в квартире на картине занимает? Ведь купалю та селе руми хывап селе пильдил. Так, голова ее упирается во что? Пя улату куху. А пяточки у нее стоят где? На земле. Так, скажите, пожалуйста, какие-то знаки небесные ей посланы? Et mingi taeva märgid on seal sellel, on talle saadetud. Да, три золотые птицы, одна, которая садится ей на плечо. Üks nendest seisab tal õlal. Значит, ее величие в том, что она от неба до земли. Tema suursugusus seisab selles, et ta on üle nagu taevast maani ulatub. А чем земля ее встречает? Millega maa teda vastu võtab? Вот это вот темная, суровая, с пнями земля. Et see tume, sünge, kändudega maa. Она встречает ее вот цветами, видите, там полоску цветов. И в руках у Маргариты букет белых прекрасных цветов, который как бы подчеркивает ее красоту. Выражение лица у нее какое? Миллина нао ильме талон. Но оно спокойное. Кас он раулик ильме? Или тревожное, или взволнованное. Как бы вы ее определили? Такого величавого покоя, да? Несколько удивленные глаза, но тем не менее она представлена во всем своем женском величии. Ну, теперь посмотрим, что у нас девочки особенно любят изображать красавиц. Принцессы они рисуют до бесконечности. Вот посмотрим, как же они рисуют своих красавиц. Вот шестилетняя Настя рисует танец Снегурочки. Лумехельбекесе танц. Поза какая у Снегурочки? Миссугуна поза тал он. Похоже на позу принцессы, актрисы Маргариты? Кас се сарнанеб селле эльмисе Маргарита позига? Так. Сколько она места занимает на рисунке? Куй палю та хойвап сел кохта селлел пиде? Опять упирается головой. В небо. Jälle peaga on ta taevas. И стоит на земле. Ja seisab maa peal. Посмотрите, пожалуйста, какие-то знаки небесные ей посланы. Taeva märgid, millised on siin. Смотрите, хотя она Снегурочка, хотя идет снег, вот он тут изображен, тем не менее на небе мы что видим? Ehkki ta on lumehelbeke, me näeme taevas. Солнце и луну сразу. Да, päikest ja kuud. Она освещена и луной, и солнцем, и при том луна и солнце какого цвета? Mis värvi need on? К вопросу о наивном реализме и условности. Говорят, что все дети наивные реалисты. Оль, на ваш вопрос, да? Почему у них всегда все деревья коричневые? Вот мы видим синее солнце и синюю луну.
для того, чтобы гармонизировать этот образ Снегурочки, конечно, которая, раз Снегурочка, она в холодных тонах должна вся выполнена быть, да? Так, учил этого 6-летнего ребенка кто-нибудь этому? Что берется, да? Так, ну вот Настя, она все-таки живописно решает эту задачу свою, ну и для 6 лет, конечно, она с красками справляется вполне прилично. А вот еще более неумелый ребенок. Это Саша, ей 6 лет, она рисует принцессу под дождем. Чем принцесс вихма käes. Так, поза принцессы та же? Kas pose on see sama? Так, единственное, что она не развернула ноги, они у нее пока еще в одну сторону получились. Jalad on veel ühes suunas, päkad nagu pööratud. Так, скажите, пожалуйста, опять она у нас от неба до земли? Kas ta on jälle taevast maani? Она под дождем, тучи вокруг, да? Дождик идет проливной. Может быть, даже это иллюстрация к принцессе на горошине. Вот. Но какой дождь-то вокруг нее? Aga missugune vihm on tema ümber? Унылый? Нукер, нукер või... А какой он? Он цветной. See on värviline. От ее присутствия даже дождь становится цветным. Tema kohalolus muutub isegi vihm värviliseks. Вот. И она, хотя стоит в луже, хотя идет проливной дождь, но можно такой принцессе без солнца, без солярного знака небесного обойтись? Нет. И вы видите, опять присутствует солнышко, хотя оно там под тучами нарисовано. Но обойтись для того, чтобы передать свое мироощущение. И все, что она хочет подарить этой принцессе своей картиной, Саша не может, поэтому обязательно солнышко. Посмотрите, как она одета. Сколько старания. У Пиросмани ведь тоже выписано платье, просто времени не было на этом останавливаться, платье Маргариты, очень подробно, и очень красивое оно, такое светящееся, серебрящееся. Вот у нас принцесса, посмотрите, что только на ней не надето, и какое все это красивое. Таким образом, вот исходное стремление ребенка, нормально развивающегося, растущегося в нормальной благополучной семье, это... украсить мир и возвеличить человека. Seega algne lapse püüdlus, kes on normaalses perekonnas kasvanud, normaalses areneb, on kaunistada maailma. Так, а теперь давайте вернемся назад к Руслану. Вот Руслан, ребенок из детского дома. See on lastekodus kasvanud lapse pilt. И поэтому его коты... вот такие, какие они есть. Sellepärast tema kassid ongi sellised, nagu nad siin on. Это ребенок, который, конечно, испытывает дефицит ласки и любви. Это ляб kindlasti puudu armastusest ja которого не очень ласково встречает окружающий мир. Keda, и посмотрите, какое у него солнышко. Keda ümbritsev maailm mitte väga hellalt vastu ei võtta. Ja näete, milline päike seal on. С котами. Ja pange need kõrvuti nende kassidega. Его коты готовы к обороне. Need kassid on valmis enese kaitseks. И даже солнышко над ними светит. Оно светит им, но оно колючее. Isegi see päike on selline terav ja okkaline. И вот тут мы вступаем в очень интересную область. Siin me jõuame ühte väga huvitavasse valdkonda. На мой взгляд, свидетельствует о том, что художественное творчество может оказывает терапевтический эффект. Mis minu meelest annab tunnistust sellest, Руслан loomingul võib anda terapilist от этого отношения к миру эффекти. При помощи своего рисунка. Да, коты взъерошенные, да, коты когти все выпустили, да, солнце над ними колючее, но тем не менее все это так красиво организовано на пространстве листа и так, так гармонично выглядит его рисунок, что вот этой красотой оформления Руслан побеждает те тревоги и то неблагополучие, которое живет в его душе. Mm-hmm. И поэтому для него особо значимо вот это самое художественное творчество и способ выразить себя через вот такие вот рисунки, через как некий творческий акт, который позволяет ему от многого в себе избавиться. Ну вот, давайте еще раз пролистнем все рисуночки, чтобы еще раз сравнить Руслана с благополучными детьми.
Nüüd võrdleme nüüd kõiki neid jooniseid veel kord. Mitte даже позу этих всех благополучных. Et isegi poosid on neil sarnased. Да, и над этим тоже солнце светит, видите? Ja siin on ka päike. Солярного знака невозможно. Вот гармонизирует мир взрослый художник. Nii harmoniseerib maailma. Katja, täiskasvanud kunstnik. Вот Иван Генералич. Вот Аня и её возвращение. Вот Пиросмани. Вот Настя и Саша. И самое главное, что надо помнить, что выражению Бахтина в мире художника нет безгласных вещей, а только выразительное и говорящее бытие. И вот в рисунках уже очень маленьких детей... Немножко я все-таки иногда для эстонцев превышал. Да? Извините. Михаил Бахтини сынул, кунстнику маальмас ei ole hääletuid asju, on ainult väljendusrikas ja kõnekas olemine, eksistents. Так. Ну, спасибо за внимание. Я рассказала вам про особенности художественного образа мира и человека в детском художественном творчестве. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я на них отвечу. Можно вопрос? Пожалуйста. А почему Брегеля не считают наивным художником? Микс Брегель это и пейта. Брегеля не считают наивным художником, потому что он очень большой мастер все-таки. И он стоит как бы на грани изображения вот этого плоскостного мира и объемного мира. Это seisab seal selle mahuka ja tasapinnalise maailma kujutamise nagu piiri peal. Поэтому художника такой школы трудно отнести к наивным. Но высокая точка зрения. И вот этот вот самый мир, но правда мир у него более многозначный, он не такой благостный у него, как вот эта детская картина мира. Vaatepunkt on sama, aga maailm ei ole enam nii helge ja nii hea ja ilus nagu. Там, согласитесь, присутствует ирония некая. Seal on teatud ирония nendel Брегеля piltidel. И гамма чувств сложнее. Она детям не присуща. Они на самом деле ластеле омане, сел он наивны, как наивные художники. И наивные художники там наивными и названы, потому что это мироощущение это. Более того, их даже переучить невозможно. Вот при советской власти Константина Панкова заметили, что он самородок, что он очень талантливый человек. Его отправили учиться в Ленинград. Простите, я вот очень интересно. Nõukogude ajal Konstantin Pankov, teda märgati, et ta on loomult andekas inimene, teda isegi saadeti õppima Moskvasse. Вы отправили в Ленинград учиться. А, в Ленинград. Он не смог. Он оказался необучаемым. Ta absoluutselt ei saanud teda õpetada, ta tuli tagasi. На родину и продолжал рисовать те же самые наивные картины. То, что ему учили, его не устроило. Можно два слова? Да? Меня очень удивил ваш вопрос, потому что сегодня как раз я чего-то не знаю, с чего вдруг думала, почему, собственно, Брегель не упоминается. Брегель – это другой уровень, поэтому Тарковский его и поставил в своей картинах. Это другой уровень, но действительно не случайный этот вопрос, потому что, конечно, если его сравнить там с Дюрером или с Тинторетто, то действительно очень много общего с наивным, так называемым, искусством. В частности, вот это... высокая точка зрения и охват всего, что есть на свете. Ну а различие, ну, естественно, ну это очень правильно, что Брегель. Ja, see küsimus Брегелist tuli ka teistele pähe, et see on nagu õhus rippus, et milles see vahe on või sarnasus. Просто удивительно, что сегодня я про этого Брегеля как раз соображу. Еще, пожалуйста, у кого вопросы есть, пожалуйста. Довольно сложный контекст, почему я спрашиваю, наверное, это не смысл. У меня дочка с синдромом Дауна, у нее очень такие своеобразные рисунки, и у нее какие-то постоянно пробуют разные техники, и вот именно, с одной стороны, они наивны, но с другой стороны, вот она изобретет какую-то свою технику, и в ней она делает очень интересные действительно рисунки. И такая возникла проблема, что вот она второй год ходит в школу, и у нее появилось много таких черт вот из школы. То есть она даже когда рисует красками, она обязательно берет контур, тогда, то есть вот ее это такое своеобразие, ее рисунок, начинает пропадать. То есть она пытается подладиться под какой-то вот общий стандарт. Что
ну, учитывая синдром Дауна, наверное, совершенно и, может быть, и не лучше. То есть, может быть, ее какое-то собственное видение было бы, ну, намного интереснее и полезнее. Как это, как сохранить вот эту ее собственную вот эту? Вы знаете, это очень сложный вопрос. К сожалению, наше традиционное обучение все построено на этих навыках традиционных, которые учат ребенка совсем по-другому и учат шаблонно, учат обязательно, почему-то они должны очень маленькие уже начинать рисовать трехмерные вещи, что им совершенно не свойственно. И этим грешит даже профессиональное образование в художественных школах. Тоже учат так, что многие способные дети там тоже не обучаемые, так же, как Константин Панков, они просто оттуда бегут. Вот от этой самой навыковой муштры. Ты хочешь что-то сказать? Нет, я хочу, чтобы перевели. Siin on küsimus selles, et on Downi sündroomiga juba teist aastat õpib koolis väga omapärased, omapärane tehnika ise joonistas väga originaalselt ja koolis hakkab see kõik kaduma, sest seal õpetatakse teatud võtteid ja nüüd vastus ongi selles, et koolis kahjuks see toimubki niimoodi, et hakatakse mingitesse raamidesse või hakatakse õpetama mingit joonistamise stampe, just eriti seda kolmemõõtmelist selle ruumi edasi andmist. Вот и этим детям, вот девятилетним, повезло, они попали к хорошим, нормальным педагогам. Я не знаю, ластель веда, сестра Цатусит, хиаты педагоги, так это. Что бы было, если они бы попали к другим, неизвестно. Может быть, мы вот этих вот прекрасных картин и не имели бы, потому что на самом деле они неумелые, при всей детской неумелости, что там сохраняется. Вот. Но самое главное, что выразительность остается. Снегурочки. Снегурочки. Угу. Что там при всей явной неумелости совершенно невероятная динамика. Вот это именно как воспринимается как с одной стороны даже статичная, как совершенно поза статичная, да? При этом вот динамика. Вот это вот тот стиль. Вот такие моменты есть в моей точке. И она и как раз их вот. Ну, я могу посоветовать только одно. Ищите педагога. Если она любит рисовать, если у нее вот есть какие-то моменты выразительности, динамики и так далее, ищите педагога, который понимает детство, ценит вот эти вещи, потому что примитивных художников ведь далеко не все ценят у нас, это полагается их ценить. А что, так сказать, душа не у всех лежит к этому примитивному, наивному творчеству, это же факт. Вот. И поэтому тут я бы посоветовала найти человека, который не отнимет у нее то, что у нее есть, а разовьет его и даст этому приобрести какие-то культурные формы. Vastus oli, et tuleb otsida selline õpetaja, kes ei suruks alla seda originaalsust ja neid väljendusvahendeid, mida laps nagu loomulikult juba omab. Et, mul on küsimus, aga millal see pedagoog, et mingil hetkel peab ikkagi tulema see teatud raamidest panem ka see õpetus või laps hakkab ise avastama? Когда наступает тот момент, когда ребенок все-таки должен иметь уже эти рамы, потому что или это сам придет, или он сам создает эти рамы. Когда он придет к другому способу изображения? Et kui ta tuleb juba sellele, jõuab nagu selle teise väljendus laadini, selle täiskasvanud, et sellest oli sul küsimus, jah? Вопрос о рамках. Нужны они? И если нужны, с какого возраста надо уже обучать вот этому? Человеку, который не собирается быть профессионалом, не надо. Inimene, kes ei taha olla профессиональный кунстник, ei ole vaja neid raame. Если встают вопрос о профессии, конечно, через это надо пройти. Но дело в том, что дети, когда вступают в подростковый возраст, они начинают стыдиться своего детского рисования и своей наивности. Nad hakkavad häbenema oma neid joonistusi ja oma naiivsust. Они хотят быть как большие. Ну да, вот оно, как сура. Ага. Я сайн ару, там вопрос в том, что, например, на рояле играть, да, с самого начала, тогда он, сколько бы он не был талантлив, все равно он потом не усваивает, уже не может в этом мире существовать. И что в художестве нам то же самое или нет все-таки? Ну, я опять скажу, вопрос, к чему он готовится. Если он готовится рисовать для самого себя,
Это одна картина. Если он готовится быть культурным зрителем, да, понимающим искусство, это другая картина. А третья, если он собирается связать свою жизнь с профессиональной деятельностью художника. Mm-hmm. Да? Да, и подростковый возраст тут как бы рубежный, потому что у нас даже есть в педагогике искусства термин «подростковая дыра», когда они начинают подражать взрослым и теряют самое главное, что нужно в искусстве. See on teismeeas tekib see murdepunkt, kui on juba, noh, tuleb otsustada, seal on nagu see auk, kui nad hakkavad jäljendava nagu täiskasvanud kunsti, et seal ilmselt tuleb juba siis teha mingi otsus, et kas ta tahab saada professionaalseks või ta lihtsalt tahab joonistada enda jaoks. See on nii peristavad võražaid samiks sibe. Nad ei väljenda siis enam ise ennast. Da, если можно, я вот к этому вопросу добавлю. Вы сказали насчет пианиста, да? Mm-hmm. Вот был такой, может быть, вам известный великий педагог и выдающийся пианист Генрих Нейгаус. Да. И я помню, что я давно еще у него прочитал запомнившийся мне такой пассаж. Это selline, ta räägib sellest pianistist Neuhaus, kes ütles ühe sellise фразу. Да, пожалуйста. Да, и он говорит, что если маленький ребенок физически способен сыграть простейшую мелодию, et kui väike laps on võimeline füüsiliselt lihtsalt meloodiat mängima. То вы с самого начала должны добиваться, чтобы если эта мелодия торжественная, чтобы она у него прозвучала торжественно. Если она грустная, чтобы она прозвучала грустно. С первых его прикосновений к роялю. Et see, et te peate saavutama selle, et kui see meloodia on pidulik, et laps mängiks seda pidulikult. Kui see on nukker, et laps mängiks seda nukralt. И тогда он делает, в принципе, то же самое, что делает большой пианист, но только на другом уровне. Ta teeb siis täpselt see sama, mida suur pianist, ainult teisel tasandil. Уже на этой основе можно усложнять технику, но он уже будет знать, что техника необходима, но дело не в ней самой по себе, а чтобы выразить. Et sellel alusel võib hakata juba tehnikat arendama ja sealt edasi. Вот, и, наверное, то же самое можно делать и в области изобразительности. Ja sama võib ka kujutava kunsti vallas ilmselt teha. Сохранять главное. Ой, ta alles põhiline, no aga panna ta teise vormi siis. Пожалуйста. А вот как вы относитесь к тому, что современный мир такой, ну, неожиданный, скажем, произведением искусства становится граффити, причем я слышала, что граффити продается за безумные деньги. Первое, как они считают, там граффити, которое случайно появилось под чьей-то подписью в Америке, по-моему. То есть человек сам для себя неожиданно создал произведение искусства, которое, конечно, с годами стало цениться, как... Вот, как бы в этом мире, как сказать, техника уже не так ценится, на мой взгляд, художественная. Вот, как вот... Et küsimus oli sellest, et selles maailmas näiteks graffiti kunstnik, kes müüb oma täiesti juhuslikult tekinud teose väga suure rahast, et see on, et selles maailmas on kõik ette aimamatu ja tehnikat ei tähtsustata enam niivõrd kui klassikalises kunstis. Ну, я могу сказать, выразить только свое мнение. Я считаю, что современное искусство, в том числе изобразительное, в глубоком кризисе. Minu arust on kaasagne kunst sügavas kriisis. Что оно... постепенно теряет ту специфику, которая должно быть искусство, и свое назначение в мире изменяет. Так вот, ума специфика, и ума это мэратус. И более того, вот недавно я к одному умного человека, забыла уже от кого, услышала такое мнение, что это вообще уже не изобразительное искусство, а некие другие формы. Кульсин, ну, это таргальт инимсет, я не имею, это все оле нам куют Для которых еще нет у искусствоведов ни определений. Вот мне какие-то формы, митте куют та кунсти. То есть они сами не понимают, что это такое. Это над исеки, я иса кунсти, я зару, миссия он сели. Ну, а с другой стороны, вот эта безумная коммерциализация всего, да, она приводит к совершенно ненормальным явлениям, когда поддерживаются, высоко ценятся далеко не шедевры и далеко не лучшие произведения искусства, а просто то, что раскручено. Это коммерциализирование, целая специализация есть людей, которые занимаются тем, чтобы это произведение приобрело вот эту высокую цену. Человек рисует доллар размером в 3 метра. $1 продают за 5 миллионов. Можно тогда сказать, что искусство в классическом понимании умирает? Оно исчезает. Вы знаете, искусство никогда не умрет, потому что
Как сказал Михаил Михайлович Пришвин, такой у нас писатель есть замечательный, что оно позволяет человеку не потерять свое родство с миром, сохранить родственное внимание к миру. Et kunst aitab inimesel säilitada oma lähedust maailmaga, neid lähedasi suhteid. Et sellepärast kunst ei kao mitte kunagi, ega mitte kuhugi. Et ta jääb alati alles. А это глубокий человеческий инстинкт, который искусство и питает, и помогает нам вот жить в этом мире как не в отчужденном. Et kunst aitabki meil elada maailmas kui oma pesas, mitte mingi võõrandunud, eks ole, keskkonnas, vaid nagu oma pesas. Et see on kunsti ülesanne. Одну каплю добавлю к этому. Если вам интересно, уважаемый Владимир Владимирович Познер, как раз этой теме посвящает маленький фрагмент в своем фильме, где он с Иваном Ургантом путешествует по Италии, и если не поверите, найдете, они обсуждают этот вопрос о граффити, что это такое. Вот его мне очень интересно всегда послушать. Вот, можно найти, где серию по Италии. А я помню, что держала в руках какое-то методическое пособие для психологов, где граффити описывается как одна из форм проявления девиантного поведения среди подростков. Девиантного. В том-то и дело, что это особое явление, которое трудно... Да, Лукас, вы знаете, граффити кирилдатакse kui девиантset, ehk siis õigelt teel kõrvale kaldunud nagu käitumist, just nende teismeliste käitumist. Это какая-то очень такая... пограничная форма самовыражения, вот человек не может не оставлять знака своего в мире, да, вот он должен оставить на себя. На любую остановку. Ну вот, вот. Или написать там, как раньше было, Лена плюс Вася на скамеечке или что-то, да, он должен оставить свой знак. И когда нет канала позитивного, нет канала, когда ты на самом деле привносишь, вот как дети красоту приносят в мир, да, оно принимает извращенные формы. Siis võtab see nagu muundunud vormid, nagu graffiti näiteks, noh, mingis. Так. Все, у нас осталось время. Не знаю, да? Не уверен. Не уверен.